Всем здорово, ребят. Ну что, у нас сегодня итоги конкурса, который был в понедельник озвучен. Итоги на аккаунт с Зефиром и кучей других там героев. Сейчас мы зайдем на этот аккаунт. Я надеюсь, я его не удалил. Чья, ребятушки, у нас на русском сервере. И определим победителя. Нормальный музончик долили. Сейчас зайду сразу же в ВК. Такс, вот этот аккаунт, фиксик. Ну, как видите, куча всего, находится в гильдии Кудинова. Кидайте заявочки, вступайте, проходим БГ, качаем уровень до 40-го. Вот такой вот ак, на котором, в принципе, есть все необходимые герои для игры. Ну, конечно, нету последних там. Ну, Зефир есть, Минус есть, Фрейя есть, Ледяха есть, Космо есть. В общем, можно играть, нету там некоторых героев. Это, в принципе, не проблема. Такс, окей. Аккаунт есть. Поехали на страничку. С видосом. Ой, открыл вам не то, надо будет, придется вырезать это. Все. Такс. Сейчас. Закроем. Залез на ВК, завтыкал. Сразу же данные вам показал. Такс. Ваш канал. Ищем видосик конкурса на топ-ак. Вот этот видосик. 119 комментов. Я надеюсь, сейчас не будет глючить у нас. Эта тема, вам надо было поставить лайк и сделать репост видоса. Так, рандомайзер. Копировать. Линк вставили. 119 комментов. Бум, поехали. Так, Игорь Мултан. Поехали, посмотрим, или он все сделал. Так, Мэри Сетап, обожание. Видосы глянем. Конкурс на топ-ак есть. Айдишка есть, спасибо. Кирилл есть. Поехали. ВК теперь заскочим. Так, ну здесь я тоже думаю есть все, что нам надо. Так, 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 так. Blood Mary, Crazy Hero. Это мало. 23-е. Ляба. Конкурс на тупак. Ну все, поздравляю. С топовым аккаунтом. Аккаунт действительно хорош. Не школьник, как видите. Женатый парень.
Такс. Есть. Забираем кепчер. А, давайте еще, кстати, давайте проверим на спам. Так, поздравляем. Копировать. Я думаю, вряд ли он, взрослый парень, вряд ли будет спамить. Так, с рандомайзера сюда удобнее копировать. Блин, не хочет копировать. Да, один. Такс, ну что, поздравляю, аккаунт бомбический, как по мне, тем более на русском сервере, где проблемнее все собрать. Я уже свяжу его с Кириллом вместе, чтобы он отдал, или я, в принципе, ему перекину, там надо будет зайти. Аккаунт классный. Я, честно говоря, многие сливают такие аккаунты, этот решил Кирилла дать. В принципе, с одной стороны, правильно. Аккаунт, как видите, с десятками, 13 скиллы, то есть все для игры реально есть. Эталантики здесь нормально расставлены, то есть проблем с прохождением каких-то локаций, я думаю, не будет. Аджей по подземках до 8. Кошмарки тут, по-моему, 8 не начата. 8 кошмарка. Так, что у нас еще? Ну, все остальное вроде королевское. Сейчас гляну, какого лавала. Двадцать первое. Блин, надо свою, кстати, королевскую, наверное, на английском качать. Долгое нудное занятие будет, но ничего не сделаешь. Вот такой вот, ребятушки, аккаунт. Участвуйте в конкурсах, еженедельку никто не отменял. В принципе, все. Поехали еще посмотрим акции, если то я не смотрел сегодня русский сервер. Буду знать, что там есть интересного. Может, что-то добавили. Разбиватель яиц. Еще интересная магическая лаборатория. Пакет накопления. Магическую. Видите, аккаунт стоит на месте, на него даже никто не заходит, не фармит. Кстати, сегодня есть битва гильдий. 700, 850. Ничего себе. Ничего себе. Он слива, ребятушки, как обычно. Максимальный. Хороший ак. Беатриче, кстати, помню эту гильдию. Старенькая гильдия. Я думаю, с таким аккаунтом проблем с битвой гильдий быть не должно. По идее, один зефир должен тащить. Так, первый готов. За одной битвой гильдии пройдем. Мало ли. Хотя мы прошлую вроде четверг... А, нет, все-таки он прошел и его забрал.
Лето позапрошлое. Ну, как видите, в разных топах. Например, в моем топе Зефир уже так не затащит на английском сервере. Хотя и здесь, смотрю, он тоже сливается довольно-таки неплохо. Ну, Фрейк и Зефир. Два героя, которых вполне хватает. Тут просто на оккультисте и на Франке можно зависнуть и не париться. Хотя, смотрите, какой злой Фрэнк. И Зефир улетел. Что-то Седнушка у нас резнула совсем не тех, кого надо. Но бывает. Надо было отвлекать. Землеройка. Тридцатые прорывы. Эх, слили, слили. Ну, может, еще и затащит. Хотя, если спамить, думаю, если повезет, минута 30. Конечно, жалко, что не Зефир надо было, чтобы Зефира восстановили. Все равно Фрейя сливается 92%. Опять какой-то Артемка нам помешал. Ладно, это не страшно. Процента. Ну, гаражи вообще здесь бесполезны. Давайте еще этого топа. Тут вообще непонятные герои стоят. В общем, вот так вот, ребятушки. Пишите комменты, ставьте лайки. Всем удачи, всем пока.